Привет, дорогие подписчики и зрители канала. Меня зовут Артур. Сегодня в рубрике Indie Horror мы посмотрим гонорарную вещь под названием Halloween. Это очередной браузерный хоррор, посвященный скримерам и всему подобному. Последняя вещь, которую мы такой смотрели, была, как она называлась? В общем, что-то про сатанистов. И это было где-то примерно год назад. С тех пор ни одного хорошего браузерного хоррора я не видел. И вот поди ж ты, появилось кое-что новое. Ссылку на этот хоррор вы можете получить в описании. А пока надевайте наушники, садитесь, задергивайте шторки, если вы смотрите это днем, что я, конечно же, не одобряю, и смотрите. Так, ну что, как обычно, point and click adventure, то есть надо много раз нажимать самые разные кнопки. Здесь у нас лежит тыква. Круто. Как понимаете, игра посвящена Хэллоуину. Подвал просто прекрасный. Прям как вот на наш подъезд похоже. Пока что более-менее спокойно, но я знаю, что здесь это до добра все не доведет. Пусто. У нас два активных предмета на экране. Это переключатель света. И это тыква. Будем кликать, пока что-нибудь не произойдет. Опыт игры The House, я думаю, нам в этом поможет. Вообще, спасибо тем людям, которые в группе ВКонтакте разместили ссылку на это, потому что без них я бы про него и не узнал, хотя стараюсь ушерстить интернет на разнообразную вот такую вот. Но, как вы понимаете, интернет штука довольно объемная, поэтому найти что-то хорошее. Где-то открылась дверь. Отлично. Шикарно. Свет, включись, пожалуйста. Вы не думайте, что сейчас ничего не происходит. Насколько я знаю, происходить будет. И очень много всего интересного. О, у нас загорелась тыквочка. Теперь светится. Это круто. Конечно, такую вещь пройти хорошо было бы как раз на Хэллоуин. Но вы сами понимаете, что ждать столько времени — это довольно глупо. Так, 31 октября 2010 года. Описание Хэллоуина про то, что это праздник, который празднуется 31 октября, по большей части в Соединенных Штатах Америки, Канада, Ирландии и Англии. Его корни кроются в кельтийском фестивале. Короче говоря, история всего этого. В принципе, это нам немного дает. Хорошо. Да выключишь ты уже. Нет, что ж ты прыгаешь? Выключаться мы категорически не хотим. Понятно. Кто ломится в дверь? Кто-то ходит вокруг. Отлично. Ты по-прежнему светишься. Это, скорее всего, означает, что мы сделали что-то правильно. Тихо. Надеюсь, вы это видели. Шикарно вообще, подвал просто замечательный. Хотя это не подвал, скорее всего. Окошки вон. Все как надо. Все по-прежнему. Игрушка, как вы понимаете, такая не очень разнообразная, да? Ой, так, все в порядке. И слава богу. Да, я тоже рад вас видеть. Спокойно. Хватит ругаться. Так, листочек не хочет выдергиваться больше. И кругом шепотки. Супер. Спокойно, пожалуйста. Фу, твою мать. Так, хорошо, ладно. Свет, лампочка, код. Так, код. Где мой телефон? У меня есть на нем расшифровчик. Сейчас мы попробуем. Блин, обожаю такие штуки. В такие моменты чувствуешь себя Шерлоком Холмсом. Нео Ридер, Андроид рулит. Так,
Код http://www.facebook.com/pages/thehouse. А, это точно создатели The House? Так, ну давайте. Я попробую открыть у себя на телефоне этот адрес. О, адрес, похоже, уже упал. Ладно, печально. Ну, прикольно. Офигеть, как-то эта штука вылетела, я чуть не упал. Так, ладно. Что же мы тут делаем еще? Есть ощущение, что мы опять чего-то добились. Включим же свет. Включим свет, я говорю. Закрыто. Не стучитесь, пожалуйста. Ой, твою мать. Ух. Альма, Альма, что ты делаешь? О, так, спокойно. О, так, сейчас. Что-то мураши начали бегать. Что такое? Что за скрипы? Спокойно, не надо этого больше. Тихо. Я думаю, вы это видите. Так, страничка уже. Ой. Голова, отлично. Вы знаете, это все выполнено настолько в духе The House, что прямо у меня с самого начала были подозрения, что делали те же самые люди. Но. Ой. Но теперь я точно знаю, судя по тому адресу, который вылез у меня на ридере этих штрих-кодов. Мужчина, вы что-то хотите? Если нет, то уходите, пожалуйста, к чертовой матери. Потух. И что? Сейчас будет скример. Включись, пожалуйста. Включись, какая тишина. Включись. Ой, блядь, твою мать. На этом, я так понимаю, все. Блин, да, это от создателей The House, то есть и как раз на адрес, ссылки, все. Ну что, это было круто. В принципе, мне очень понравилось. Надеюсь, понравилось вам. О, теперь пойдем отходить. Блин, прикольно, да побольше бы такого, но, конечно, таких игр очень мало. Несмотря на общую простоту, напугало до усрачки. Увидимся. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока-пока-пока.